Приветствую! По СМИ полетела новость о том, что пенсионеров в Украине будут призывать на воинскую службу в связи с мобилизацией. И вот сейчас мы разберемся с вами, так ли это на самом деле. А для этого мы с вами вместе почитаем тот самый законопроект. Законопроект 10084, который и лег в основку всех этих публикаций. Итак, смотрим. Вот этот законопроект, і давайте вместе його читати і розбиратися, що ж здесь написано. І так, читаємо. Під час дії воєнного стану військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби. На их прохання можуть бути залишені на військовій службі граничний вік перебування на військовій службі без обмежень по віку та строку залишення на військовій службі. Итак, теперь разбираемся, кого касается этот закон, и мы видим, что в первую очередь он касается военнослужащих ЗСУ и иных военизированных формирований. То есть, если бы речь шла о призыве, то здесь бы было написано не военнослужащие, а военнообязанные. А поскольку здесь идет речь про военнослужащих, то речь идет о тех людях, которые уже находятся на воинской службе. При этом, как мы видим, здесь ключевым моментом является вот этот на их проханья. То есть, лишь по собственному желанию человек может остаться на воинской службе. При этом, даже его желание на самом деле недостаточно, если мы почитаем этот законопроект. Потому что здесь нужно не только твое желание, а еще иметь высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на данной должности и быть признанным ВЛК пригодным за станом здоровья. То есть одного желания человека еще недостаточно, еще государство посмотрит и будет оценивать, а годишься ли ты для продолжения воинской службы. Но главное, главное, что мы здесь видим, здесь ничего не сказано о мобилизации, здесь ничего не сказано о призыве на воинскую службу во время мобилизации. То есть данный законопроект 10084 никоим образом не затрагивает граничный возраст мобилизации. Он как был 60 лет, так и остался. И 65 лет, соответственно, для высшего офицерского состава. Поэтому все вот эти разговоры, что будут призывать до 70 лет, до 80 лет, это ну, не более чем разговоры. Конечно, конечно, я прекрасно осознаю и знаю, что депутаты могут в последний момент внести правки. Мы уже неоднократно с вами это наблюдали, когда законопроект подается. В одном варианте потом в самый последний момент, уже перед голосованием, вносятся правки, и бабах получается совершенно другой законопроект, совершенно другой идеи. Безусловно, такой вариант развития событий возможен, это может быть, но пока тот текст, который мы с вами видим, он не грозит пенсионерам призывом на воинскую службу. И я надеюсь, что такого не будет. И в этом смысле я не рекомендую там сейчас пенсионерам, мужчинам срочно выезжать из Украины, опасаясь, что вот-вот начнут призывать и тех, кому там уже исполнилось 60 лет. Нет, я все-таки надеюсь, что такого не будет. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, также подписывайтесь на Telegram канал. Информации там гораздо больше и появляется она оперативнее, чем на YouTube канале. Ссылочка на Telegram канал есть в описании к видео. Также в Telegram канале вы можете задать мне вопрос в комментариях и я на них пока еще успеваю отвечать. Там людей не так много, как на YouTube канале. Вот. И что, в конце традиционно вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.